В Московской области с 24 августа отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья. Так, данная норма распространялась на тех, кто страдает сахарным диабетом, астмой, онкологическими и рядом других заболеваний. Для этой категории граждан на время обязательной самоизоляции были продлены периоды больничных. Улучшение ситуации с коронавирусом позволяет региональным властям продолжить снятие ограничений. Вместе с тем в общественных местах сохраняется требование ношения защитных масок.